Всем привет. Вот человек задает вопрос. Ему нужно собрать данные с веб-страниц, но они в коде отсутствуют. То есть, как многие знают, эти данные подгружаются скриптами в браузере. Чтобы подгрузить эти данные, нужно узнать адреса, с которых они подгружаются. Для этого копируем ссылку на веб-страницу Buffer, переходим в Firefox, открываем ее, эту страницу в Firefox. Ему нужны, судя из описания, данные дома управления жилой фонд. Да. Нажимаем Shift Ctrl E и перезагружаем страницу, чтобы отобразились все запросы в браузере и чтобы мы увидели их ссылки. Страница загрузилась. Нажимаем здесь паузу, чтобы лишние запросы не мешали. Как правило, данные подгружаются по причине XHR. Если среди этих запросов нет нужного запроса, то смотрите саб-документ и так далее. Но первым делом смотрите XHR. И вот первым пост-запросом мы видим API Houses. Кликаем на него. Вкладка «Ответ». И видим, что это и есть те самые данные. Это пост-запрос, и чтобы его загрузить в программе, будем использовать макрос PHP скрипт. Копируем адрес скрипта в буфер, переходим в программу, ссылка на страницу добавлена в список ссылок, и в дереве макросов выполняем поиск PHP скрипт. Выбираем PHP скрипт, вставляем его в шаблон вывода двойным кликом. Ссылку вставляем сюда, после PHP скрипт равно, вот она. И теперь разберемся с параметрами, которые передаются в пост-запросе. Для этого мы копируем данные пост и смотрим, что это за параметры. Вставляем их в параметры внутри макроса PHP скрипт, где на каждой строке параметр и значение. Если многострочные параметры должны передаваться, то берите их в field value, как показано тут. У нас все параметры простые и однострочные, поэтому не нужно их брать в этот оператор. Смотрим, что подгрузится при использовании скрипта. Это те самые данные, которые нам нужны. Если вас интересует справка по макросу PHP скрипт, то в системе помощи ищем PHP и открываем страницу помощи. Также рассмотрите информацию по оператору headers. Так. Вот, то есть, к чему я про хедеры заговорил, то что на некоторых сайтах помимо адреса скрипта и параметров нужно еще передать HTTP заголовки, чтобы сайт вернул нужный ответ. Поэтому HTTP заголовки вы копируете из плагина. Копировать заголовки запроса. Удаляете из них вот эту первую строку с пост или get. И если есть acceptable encoding, тоже удаляете, потому что там присутствует XIP, и сервер вернет там ответ в формате XIP, что не надо. И эти данные вставляете в параметр headers. То есть внутрь макроса прописывается оператор headers. Сюда вставляются HTTP заголовки. Но на этом сайте они не нужны. То есть их передача не нужна, хотя и с ними тоже все загружает правильно. Что касается этого сайта, да,
То есть тут мы видим мало результатов, явно меньше, чем вот здесь у нас предоставлено на 5 страницах, даже больше. То есть тут получается 494 записи, да. Ну, тут мы видим параметр row count, поэтому ставим его 10 запасов. Видим, что теперь подгружается очень много данных. То есть этот параметр row count только для данного сайта. На других сайтах могут быть другие параметры. И далее, да, чтобы спарсить вот эти данные в формате JSON, которые вернул нам сервер, используемся функцией поиск замены. В левое нижнее окно вставляем ответ в формате JSON, строим его дерево. Видим, что нужные данные находятся в родительском элементе rows, поэтому спарсим, так скажем, не спарсим, а возьмем каждый элемент в специальный маркер. Для этого нажимаем на кнопку с J и выбираем первый пункт меню. Если не знаете, как работает эта конструкция для парсинга JSON, то посмотрите справку. Тут нам нужно указать в контейнере название родительского элемента, который содержит нужные нам данные. Да? Тут он просто прописывается rows. Смотрим, что, то есть вот этот маркер будет вставлен вокруг каждого элемента наших данных. И если мы рассмотрим результат работы функции поиск замены, то увидим, что вокруг каждого элемента вставляется наш маркер. И потом его можно будет легко распарсить. Так, то есть теперь, чтобы то, что мы получили PHP-скриптом, у нас добавилось к коду загружаемой страницы, и потом мы могли парсить данные с помощью обычных границ парсинга или повторяющихся, для этого используйте макрос append.docsource. Очищаем кэш, Ctrl пробел. Ссылка с зеленой стала черной. То есть она теперь не содержит закэшированного кода документа и снова загрузится. Это нужно для того, чтобы подгрузились данные с помощью макроса append.docsource. Вот документ дополнен макросом append.docsource. Дополненные данные закешировали в кэш, ссылка стала зеленой. Теперь можно задавать границы парсинга. Видим, что то, что у нас дописалось с помощью append.docsource, в свою очередь, эти же данные загружены макросом PHP-скрипт внутри append.docsource, у нас отображается после вот такого вот оператора в коде. И теперь мы можем функции поиск замены для исходного кода вставить маркеры каждому элементу. Для этого нажимаем Shift Ctrl R и вставляем эту конструкцию. Нажимаем кнопку Готово. И видим, что у нас так маркер не добавился, потому что помимо функции поиск замены для исходного кода у нас добавляется и применяется ко всему коду, а нам нужно применять ее только к JSON. Поэтому в параметре start мы пишем docsource appended. То есть
чтобы вот это вот правило поиск замены применялось только к нашему догруженному коду. Вот. То есть, если мы укажем в параметре start только начальный, так скажем, вхождение, после которого будет применяться поиск замены, да, то этого будет достаточно. Но можно указать и параметр end. То есть то, что тогда записывается в код, у нас кончается закрывающим макросом docsource append. Он также будет работать. Видим, что маркер удачно проставился. И теперь мы можем парсить повторяющимися границами эти данные. То есть сначала границы парсинга задаем как открывающийся маркер. И конец границы парсинга мы задаем как закрывающийся маркер. И в итоге мы получаем 494 элемента. Что и указано на сайте. 494 записи. Теперь мы можем эти записи парсить обычными границами внутри повторяющейся. То есть задали повторяющуюся границу 1. Назовем ее и теперь нажимаем Shift Ctrl 5 для открытия редактора шаблона повторяющейся границы. И в этом инструменте можно задавать границы парсинга. Например, границу парсинга 10, которая будет задаваться в первом цикле повторяющейся границы. То есть, допустим, вот он. Площадь, да, вот мы нажимаем F1 и F2. У нас парсится площадь. Далее. Ну, row number, например, в принципе, какая разница, то для примера задаю. Теперь мы видим, что сюда добавились макросы обычных границ парсинга, заданных внутри этой повторяющейся. Value мы убираем, которая выводит весь цикл границы парсинга. И смотрим на результат. Так, забыл вставить в шаблон вывода макрос повторяющейся границ парсинга, который будет выводить наши элементы JSON. Здесь я вставил символ комментирования, чтобы проставить перенос строки после него. Символ комментирования оставляется на tab. Он комментирует все, что от него до конца строки вместе с удалением переноса строки, который следует после него. Теперь мы видим результат. Для добавления в строку заголовка наименование столбцов CSV мы добавляем их название. Как там площадь по-английски? Так, наверное. F3 для вставки оператора разделителей ячеек CSV. И выполняем предпросмотр. Видим, что это название столбцов, а это данные. Если нужно парсить еще какие-то данные, действуйте по аналогии. Задавайте дополнительные границы парсинга. Если нужно задать обычные границы парсинга в коде, например, ну вот, спарсить title. Обычными границами парсинга, повторюсь же. Вот он, заголовок, да? То для того, чтобы добавить этот title к каждому циклу повторяющейся границы, опять возвращаемся к редактированию шаблона повторяющейся границы, Shift Ctrl 5. И вставляем через разделитель CSV F3 нашу границу парсинга обычно. Также вставляем наименование столбца. Также F3 для вставки разделителя ячеек. Надеюсь, с этим все понятно. Всем спасибо за внимание. Если будут вопросы, задавайте на форуме.